Всем привет, друзья, канал Салим. В работе у нас Toyota Highlander. Мобиль приехал к нам сделать жидкие подкрылки. Показываем, готовы, обработана заднюю арку. Максимально обрабатываем поверхность. Наносим на данный компонент с пульверизатора. Толщина достигает 4 мм. Также он служит защитой металла от коррозии и ржавчины. Ждем, пока подсохнет, чтобы собрать подкрылок, установить на место колесо. Ну а пока ждем, мы обрабатываем штатные подкрылки таким вот мембранным шумопоглотителем. Так выглядят наши жидкие подкрылки, шумоизоляция и лакиров на автомобиле. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!